Однако праздничные мероприятия уже идут полным ходом. В 8:30 городской будильник прозвенел на площади Ленина. Затем там же прошла утренняя зарядка для всех желающих. А потом на улице Ленина, которая сегодня стала гастрономической, накрыли стол, и мэр предложил всем желающим позавтракать. Как это было, смотрите в репортаже нашей съемочной группы. Всем привет, друзья! Доброго вам утра! День только начинается, а на площади Ленина уже полно народу. А все почему? Потому что сегодня день рождения нашего любимого города. Ему исполняется 125 лет. И сегодня мы будем вести для вас репортаж с места событий и будем обозревать все самое интересное. За мной сейчас находится будильник, который оповестит вас о начале праздника и прогонит лень, тоску и плохое настроение, чтобы все было феерично и очень круто. Не могу ее никак разбудить. Наши мультиклоуны начинают делать последние усилия, чтобы разбудить всех новосибирцев. Я думаю, у них это очень классно получается. Смотрите, какие они смешные. Меня бы кто так побудил, наверное, их нужно взять с собой домой, в карман, чтобы меня с утра так будили на работу. Непоседы вышли сегодня на площадь и начинают радовать наш глаз, глаз новосибирцев. Такие милые, лучезарные детишки. Наше будущее нашего города. Сегодня будет зарядка на площади Ленина, которую проведут чемпионы, настоящие чемпионы. Так что стоит посетить этот спортивный марафон, чтобы держать себя в форме, быть стройными, красивыми и самыми бодрыми. Да? Пойдемте заниматься спортом. Вниз, вверх, вниз.